Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня продолжаем играть в игрушку под названием Republic of Pirates. Мы с вами остановились на том, что, собственно, хапанули еще островочек Ясный, который у нас, собственно, специализировался на чем? Который специализировался у нас на кабанах, древесине, хлопке и глине. Что в целом нам в плюс, потому что нам нужен был очень хлопок. У нас его не было от слова совсем. Ну как, он был, но он у нас в ноле, по-моему, да? По-моему, в ноле. Ну, короче, суть не в этом. Суть в том, что мы теперь получим, наконец-то, хороший ресурс, что в целом нам и нужно. Так, мы еще пытались доставить новые таверны, насколько я помню. Да, чтобы получить новых капитанов. Это у нас даже удалось. Так, здесь у нас тоже есть место под таверну. А вот здесь нет места под таверну. Упсы-дупсы. Так, вернемся на секундочку сюда. Так, что от нас тут хотят? Взаимодействие с таверной. Капитан одна из моих девочек подслушал, как шумная команда сетовала на то, что выронил сундук с сокровищем у побережья острова Крысы. Может, стоит его поискать. Сказать слухов, чтобы опаковала вещи, доход недолго сократится. Мы отправим несколько человек, чтобы все разузнали. Можем найти что-нибудь ценное или совсем ничего. Пусть бегают. Пусть бегают кабанчиком. Так, это мы все оставили. И я хотел сюда впердолить... Еще, собственно, таверну, которая нас должна обрадовать. Где у нее место? Давай сюда. Иди, твою мать, как тебя сюда впихнуть? По берегу, может, пустим втихаря. Давай сюда. Оп. Оп, оп, оп. Отлично, отлично. Все, таверныч еще один есть. Добавлять нам еще двоих. Правильно? Правильно. Так, и теперь мы можем... Я ж могу ее отсюда, да? Отлично. Так, нам нужен товарищ на кетч. Бригантина мимо. Мимо. Вообще ни одного нет. Подождите, а следующий корабль вообще что требует? Так, кетч обычный, паруса апгрейднутые. Здесь требуются пушки 5 штук. Я дико извиняюсь, но ими пока что даже и не пахнет. А тут требуется древесина железного... Понятно. Короче, мы можем рассчитывать на кетч, но проблема в том, что у нас нет капитанов для кетчей. Хотя мы можем еще целые 4 штуки сделать. Галеон, военное судно. Вот здесь есть бонус кетчи, здесь есть бонус. Давайте, короче, сюда. Кок кетч, отлично. Кок кетч, отлично. Все, 4 еще капитана есть, да? А мы можем единовременно начать несколько строек. Ну, кстати, денег не так много, на самом деле. Чтобы выпендриваться прям... Ну да ладненько. Так, это все оставляем. Призрак моря. Да, все супер. Назначаем капитана. Запускаем стройку. Пусть работает. Так, тут мы на чем остановились? Тут мы поставили производство хлопка, производство одежды. И она уже даже начала заполнять наши склады. Так, супер. Вопрос теперь остается тогда почем? Меня интересуют теперь свечи и тюрьма. Свечи и тюрьма по одной из простой причин, потому что если мы не улучшим эти направления, то нам будет только хуже. Так, сокровище надо найти возле острова Крысы. Давайте челика направим сюда быренько. Ого, сколько тут кораблей сдохло. А что произошло? Но нас пока никто не атакует, поэтому в целом можно не переживать. Тут очень огромные корабли плавают. В сравнении с нами это прям гиганты. Так, забери вот это все для начала. Мы всего лишь плюс 92 копейки. А, ну да, у нас слишком много строений, точно. Так, забирай это дело. Это не то, что нас просили найти. Вот еще что-то валяется. Куча кораблей в округе. Так, еще 200 купеек есть. Но это опять не то, что нам надо. Вот там что-то есть. Оно похоже на сундук, кстати. 4500, нормально. Так, нас сейчас олюливать будут. Может, не надо? Кто ты? Что надо? Чем обязан, пирожок? Так, видели поврежденное судно прямо у острова капитана? Эту команду застали врасплох бродячие пираты. И теперь она хочет отомстить. Но пострадавшие смогли вспомнить только то, что на них напал Барк. Может, подсобим им с местью? Да подсобить-то можно. Ну нахера? Так, памятник пирата у нас еще появился бонусом. Так, давай я тебя освобожу. Так, потопить вражеский барк, потопить, чтобы отремонтировать поврежденный барк у вашего дока.
Проблема в чем, что я не видел других барков. У нас нет вражеских еще барков, вот что нужно понимать. У нас есть барки, может быть, в округе, но они точно не вражеские. Так, статуя пирата еще есть. Так, давайте тогда ты готов. Готовим следующий кетч. У меня парусов нет. А как так вышло? У меня только 5 парусов. Понял? Пока что охрана отмена. Так, нам нужно объединить все наши усилия. Объединить все наши усилия. Так, собирайтесь сюда. Ты, товарищ, тоже плыви туда. Бляха, почему я через карту не могу назначить? Было бы в 10 раз удобнее. Так, и вы все собрали монетки. Тоже сюда. Все, всех жду. Сейчас мы соберемся и попробуем жахнуть барк. Проблема в чем, что... А, вот вражеский барк, кстати, есть. Добрый день. Сейчас, погодите, да? Сейчас мы соберем нашу всю шоблу. Так, ты починись, когда тебе успели покоцать. Так, вы все отремонтировали, все, выплывайте сюда. Да, твою мать, заберите. Спасибо. Так, погнали щемить тогда этот барк. И я надеюсь, мы тогда сможем заполучить тот барк. Так, подплываем. Пушим. Хера он больно делает. Ты, собака сутулая, успокойся. Просто уничтожен. Замечательно, собирай. Так, точно именно этот барк посадил то судно на берег, кто знает. У нас стало на один вражеский корабль в архипелаге меньше. А у той команды теперь есть безопасное место, где можно остановиться. Оказывается, у них на борту были опытные плотники, и они готовы открыть здесь ремонтную мастерскую. О-ла-ла! О-ла-ла! Это просто восхитительно. Так, плывите сюда. Но пираты реально не сравнятся по размерам с этими кораблями, которые здесь проходят. Абсолютно верно. Так, аккуратненько заплывайте сюда. На ремонт становитесь и, в принципе, пока шутильте. Так, мы двигаем сюда. Нам говорят, что у нас должна появиться ремонтная. Где ремонтная? Так, ремонтная мастерская. Постепенно восстанавливает поврежденные строения по... Правда, 20 дерева собака аж требует. Ну ладно. Давай ремонтную мастерскую. А, настолько поблизости, да? Бляха, ну сволочь, ты меня вынуждаешь тогда к изменениям, а я не хочу эти изменения проводить. Говно ты такое. Оно еще и не соответствует размерам дома обычного, твою мать. Я, в принципе, понимаю, как мы можем это провернуть, но хочу ли я это так проворачивать, вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Да, мы, по идее, можем вот здесь сместить немножечко поля. А поля продлить вместо домов. Короче, да, давайте попробуем. Раз, два, дома восстановим вот здесь где-то. Пусть будут. Так, тебя, дружок, смотри, какая история. А, так же самое можно, да? По-моему, я чуть-чуть больше даже забрал, чем надо. Все, проверим. Абсолютно верно, но ничего страшного. Ставим тебя сюда. К тебе относится ферма, держи. И даже тут осталось лишнее место. Идеально. Так, зато теперь у нас будет чиниться автоматом все наши здания от Атскера. Что, в принципе, супер. Так, нанять наемников на острове Врат Ада или острове Ясном. А зачем нам столько наемников там? Ясный или же Врата Ада. Ну давайте на Ад. Там у нас всегда есть что делать. Насколько я помню. Тут с ремонтными чуть так не сработает, наверное, да? Ну как, оно может сработать, но, наверное, оно того не стоит. Нам проще вручную чинить. Так, тут производство все забиты, склады все забиты. Это оправдано. 250, то есть это надо еще целых 90 рыл сюда загнать. Товарищ, а ты уверен, что оно нам надо? Все ли я достроил здесь? Давайте проверим. Глину я поставил, рыбу поставил, сахар, выпивку поставил, деревья я здесь поставил. Хлопок не ставил, ибо нет смысла. Тогда проще на Ясном, да? На Ясном у нас еще глина, кабаны и деревья. А я тут поставил только этих, да? Давайте сюда загонять тогда.
Так, глина, кабаны, деревья. В нашем случае... Глина пока не столь важна. На самом деле, вот деревья прям не помешали бы. Давайте где-то вот здесь припердолим. Переработку дерева куда-то сюда. Загоним сюда вот такой маршрутик. Так, с этим разобрались. И шо, кабаны еще, да? Только здесь почему-то... Я, кстати, не могу поставить кабанов. Это чем-то обусловлено или нет? А, я дебил. Все нормально. Все хорошо. Так, тут у нас, если что, проход еще вот в эту сторону далеко-далеко будет. Тут просто склад есть недалеко, поэтому я думаю, что мы запрячемся вот сюда. Так, разделочку поставим вот сюда. И заводим сюда дорожку такую беспалевную. Да, чуть-чуть потеряли. Я не уверен вообще, кстати, что сюда дорогу надо доводить, на самом деле. Ладно, хер с ним. Пусть работает. Так, нам не хватает 68 уже народу. И что у нас еще осталось? Что у нас еще осталось? Дерево я поставил, этот поставил. Осталась глина, да? Она не то чтобы нужна, на самом деле. Ну ладно. Глина у нас тут прям под боком. Давай, стройматы. Глина, раз, кабрдынь. Глина, два, заводим сюда. Тут у нас что? Раз, два, три, раз, два, три. Соответственно, дорогу можем вот здесь завести. Подсоединить. В принципе, все. 143 рыла надо сюда заселить. Хорошо. Я попробую, но я ничего не грабаю. Бляха, здесь вышло немножко нелепо, да, ну ладно. Так, ставим пока вот сюда, вот сюда. Сюда, сюда. Здесь тоже тупик вышел. Я бы не хотел, чтобы здесь был тупик. Это у нас что, кирпичный? Кирпичный, ты же можешь переехать, да? Я просто не хотел бы, чтобы там был тупичок, поэтому давай вот так. Отлично, заводим еще дорогу. Там у нас коннекты есть. Здесь мы можем сделать вот так, чтобы поставить сюда еще один домик. Но вроде бы как засрались полноценно. Так, по удобствам. У нас сколько? У нас 6 тысяч осталось. Мы сейчас в сильный минус полетим, на самом деле. Так, те, что загрейдженные... А, у нас загрейдженные здесь... А, есть. Сейчас проверим. Да, у них не хватает только свечей и этого. Можем по желаниям им еще поднять. А что, они еще гамаки хотят? Куда у гамаки, вы что? Так, 500 стоит. Что это стоит 500? Правда, там еще куча ресурсов. Так, куда мы будем расширяться, если что? Вот в чем вопрос. Тут, если что, мы можем в бок чуть уйти, поэтому нормально, ставьте сюда. Так, рынок есть, этот есть. По обычке мы чуть-чуть поднялись. Сейчас еще застроимся. Главное, вот там лесорубу жизни попортить. Чуть-чуть попортим, но я думаю, она нас сильно не обидится. Так, есть, и можем по чуть-чуть улучшать. Потребности сейчас закроются. Хорошо, что на нас никто не нападает пока что. Так, потребности вроде бы как закрыты, но почему-то не могу подняться. Почему? Видимо, слишком новое здание просто. Так, давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы все еще пытаемся выйти в плюс, у нас все еще не очень получается, но... Мы же на перспективку, мать его. Так, тут есть повышение. Так, этот гад возвращается. Джек уже на пути сюда, и кораблей у него гораздо больше, чем в прошлый раз. Времени не так много, наши корабли должны быть готовы оборонять острова, а вся защита в порядке. Уточни, женщина, какие именно острова? У нас, мать его, 4 острова. Нам нужно четко знать, на какое будет нападение, в какой момент. Понимаете? Мы не можем себе позволить вот это всего. Так, хорошо. Через 5 минут нападение налетчиков на остров Ясный. Налетчиков Карибского моря на остров Галеры и остров Ясный. На два острова сразу, да? Собака сутулая. Так, Галера — это наша основа. Ну, с основой там все окей, я думаю. Единственное, что мы можем допердеть, это немножко еще поставить вышек. Я сомневаюсь, что они прям супер нам помогут, но почему нет, пусть будут. Так, вышечки есть, я пока сюда ничего заполнять не буду. А, для постройки у нас парусов нет, а капитаны есть, я вас понял. Короче, ждите, к вам придут. Так, и остров Ясный, что у нас там не хватает. У нас тут и так стоит 4 башни, можем еще поставить. А, стоп, денег нет, мы в минусе. Мы в плотном минусе. Так, запускаем времечко. Помогите, пожалуйста, нам выйти в плюсик. Так, вот этот корабль очень странно плывет.
Ты из этих? Нет, не из этих. Пусть плывет тогда. Так, в плюсик пока что не можем выйти, но очень пытаемся. Очень хотим, очень пытаемся. Так, тут еще повышаем. И последний. Все, тут потребность мы закрыли, да? Вроде бы как, да, все производства должны здесь заработать. Все, что у нас по потребностям идет, даже одежка у нас в плюсе. По баблу мы сейчас по чуть-чуть выползаем в плюс. У нас появилось очень много построек, поэтому надо понимать. У этого всегда были последствия. Так, 2 минуты осталось. Пожалуйста, ну выйди в плюс, по-братски. Поздаза. Так, тут все окей, тут все окей. По мясу работают, поэтому работают. Да, нормально все. Бляха, мы не можем никак в плюс выйти. Мы не можем никак выйти. А что вам еще мы не додали? Я не знаю, мы можем, конечно, попробовать через желание пойти, но, по-моему, желания не влияют. Хотя, может, влияет. Сейчас, вот здесь 27. Сейчас мы кое-что проверим. Наложек здесь 25. У них есть пивнуха. Здесь 26. А, но этот недополучает бордель. У этого 27. То есть для того, чтобы провести эксперимент, нам надо вот здесь поставить бордель, либо там поставить пивнуху. Скорее всего, мы здесь поставим бордель. Блях, у меня опять денег не будет. Ну, короче, если поставить здесь бордель, мы узнаем точно, насколько это повысит и повысит ли это налоги. Потому что если повысит, то это прям бы не помешало, честно говоря. Ну, окей. Так, ждем 20 секунд. Так, почему вы здесь, кстати? Будьте где-то вот туточки. Вы должны быть на подхвате, чтобы мы увидели сначала объемы люлей. И уже по объему могли решить. Вот этот джек, я так понимаю, да? Очень похоже. Так, пацаны. А почему один отплыл? Ясно. Да, они двигаются чуть быстрее. Они запустили что? Большой и мелкий корабль в эту сторону. И 3 мелких в ту. Но мы либо разделяемся, либо мы их прям тут попытаемся навалить сейчас. Как вариант. Чтобы даже не дать им шанса подплыть к нашим островам. Так, напинайте эту мразоту. Задымление. Отлично. Раз, два, три. Есть. Задымление повторное. Повторное, говорю. Хорош, пацана потопили. Так, тот там точно помрет сам. Тот там помрет сам, а мы быстренько пока что сюда на подмогу тогда. Мы чуть-чуть запоздаем, но ничего страшного. По идее, ничего страшного не должно быть. Так, этих начали обстреливать. Тут челик уже почти мертв. Давай-давай-давай-давай, как раз в спину им зайдем и сделаем тра-та-та. По ним вроде бы стреляют все 4, но этого урона не хватает. Так, этот чертов пес все не уймется. Будь ты проклят, Джек, жалкий скин сын. Вот, разберемся мы с этим уроном. Я наконец нормально вас плюс. Или нет. Так, открыт амбар. Юпи. Юпи. Так, с амбаром мы сейчас разберемся. Давайте сначала вот здесь подрихтуем. Отлично. Так, ты подплыви сюда на ремонт. Отремонтировали. Замечательно. Короче, атака была не так страшна. У нас заранее было все подготовлено. Мы закрыли заодно и количество народу наемников. Ну, давайте амбар первый, наверное, здесь у нас поставим, да? Так, амбар номер 1. Увеличу... А, нихера мы не поставим. 3500 стоит. Погнали месить пиратов. Хотелось бы поставить, но нихера не поставим. Так, а тут что-то валялось, да? Да, на сюда. Будем собирать копеечки, пушим, и не в таком приятном плюсе. Молодой человек, подождите секундочку. Верите ли вы в бога? Так, 500 копеек есть. Догоняйте этого пацана. Он пытается убежать, я его понимаю. Я бы на его месте тоже бежал. 6 кораблей в спиду дышит. Бля, если он слиняет, это будет очень тупо.
Так, есть, словили его за жопу. Куда наши поплыли? Что произошло? Куда они поплыли? Пацаны, вы что-то перепутали. Так, встречайте, тут еще плывут. Отлично, 2300 уже набили. Губ-губ-губ-губ-губ. Губ-губ-губ-губ-губ-губ-губ-губ, отлично. Забирайте, забирайте. 3400 есть. Я, кстати, заметил, что я нейтрала-то ударил тогда, а мне как бы ничего не произошло. То есть, типа, репа не попортилась. Ничего прям откровенно плохого не случилось. Может, мы и желтых месить можем тогда спокойно. Так, давайте ремонтик. И сейчас вот сюда поедем к этому дядьке. Че он тут сидит, кукует? В одиночестве. Так, поплыли, поплыли. Я бы, конечно, хотел какой-то вот такой здоровый корабль загасить, но мне кажется, он нас загасит. Трафик, понимаю. Так, подожди, 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 подожди. Соберитесь в кучку. Хорош. 3700 есть. В принципе, можем пока что остановиться. В плане пиратоубийства. Так, плывите сюда. А я пока что заамбарюсь. Так, во-первых, это гигантская махина. Для начала. Оно просто огромное. Но ничего страшного, здесь у нас куча места. Так, мне сообщили, что судно британской вест-индийской компании потерпело крушение во время шторма, и там теперь полно добычи. Отправим туда флот на случай, если кто-то другой добрался до нее раньше. Окей, сейчас, сейчас отправим, погоди. Добраться до сатанувшего судна другую компанию, устранить соперников, забрать груз. Я так понимаю, что здесь, да? Угу. Здесь просто никого не было на карте, а тут херак целая толпа сидит. Сейчас, пацаны, я к вам доберусь, погодите. Так, проверяем. Древесина у нас теперь максимум 55. Все остальные ресурсы тоже теперь имеют максимум 55. Это зомбар, установленный здесь. А ты, бляха, он жрет 200 копеек. Твою мать. У нас нет столько копеек. Вот в чем проблемка. Ну, иди, твою мать. У нас тут еще и рынок не дотягивается до половины жилых домов. Надо будет чуть-чуть помучиться, скорее всего, ради дохода, потому что иначе мы просядем с концами совсем. Так, пацаны побежали отбирать. Заодно там бабки будут, скорее всего. Да, мы никак не можем теперь вырваться из дырки небольшой финансовой. Ну ничего. Сейчас подровняемся. Почему-то не отремонтирован. Ладно. Так, немножечко запердеть. Куда он стрелял, я не понял, ну ладно. Так, еще можете пердануть. Хорош, хорош, хорош. Забираем, забираем, по 100 копеечек, 400 копеечек. Здесь 4500. Нормально. Так, что же, ребятам удалось забрать часть груза. Ну что самое главное, они нашли послание британской вестинской компании. Те следили за нами, капитан, и дело плохо. В докладе говорится, что часть людей недовольны и собирается покинуть нас. Поговорите с Изабеллой, она знает, что делать. Окей. Как скажешь, так, пацаны, на ремонт. Разногласие раз. При взаимодействии с указанным борделем. Бегу, бегу, бордель. Давайте беседовать. Так, недовольство растет, я не удивлена. Каких только людей нет на островах. Мы должны показать, что здесь, кто здесь главный. Отправляйтесь в доки, поговорите с народом там. Решите парочку их проблем, и все устаканится. Хотелось бы верить. В какой именно? Так, выполните просьбы. Взаимодействуйте с указанными доки, взаимодействуйте с местом, отмеченным на карте, чтобы начать торговлю. Торговлю. Биржа испанских золотых, это где-де-де? Это где такое? Не понял. Меня на обманули, да? Так, давайте беренько ремонт. Что у вас за проблема? Так, сердитый пожилой горбатый джентльмен с одной ногой жалуется, с каким трудом ему удается огромный путь до удобств на острове. И хочет, чтобы таких строений стало меньше. На всех островах построено 5 таверн. Ужасно. А вернуться позже, игнорировать просьбу. Эта просьба станет недоступной, но появятся другие. 5 таверн, это звучит очень тупо. Мне кажется. Давайте, да, следующую просьбу. Я не готов на это тратить время. Так, нанять наемников врата, даю остров ясный. 500, нахера вам столько?
Вы мне не приносите столько дохода. Вот здесь торговля, да? А давайте-ка сгоняем. Давайте возьмем кого-нибудь, товарища одного. Мы в минусе, вот это надо пофиксить. Все остальное мы как-то разберемся, я думаю. Так, добрый день. Так, капитан пиратов зазывает на борт барка и за порцией рома предлагает свои услуги обмена. На горсть испанских злотых. Подумайте над предложением. Так, 15 испанских, держи. Что мы имеем? Нихера себе, у нас теперь есть барк. Не кисло. Это прям мое уважение. Так, двигайте все сюда. Сидите, ждите указаний. Так, тут у нас что? Тут еще один док. Несколько уставших работников собрались вместе и жалуются на условия труда. Похоже, к ним могут присоединиться и другие. Временно снизить эффективность производства карьеров и других мастерских. Так, проблема должна решиться. Давайте. Ничего страшного, я думаю, что мы... Блях. Мы тонем в минусе. Мы немножечко тонем, но ничего страшного. Так, там проблему обкашляли, там обкашляли. Тут мы ждем новую проблему. Тут еще одна есть. Так, грязная нищая женщина с 5, а то и больше маленькими детьми жалуется на то, что ее может не хватает еды и одежды. Обеспечить мясо и одежду. Давайте, пусть будет. От этого в этом плане от нас точно ничего не убудет. Так, кухер здесь корабли поломаны. Так, сердитый пожилой горбатый джентльмен хочет 5 рынков. На всех островах построено 5 рынков. А, то есть всего 5 рынков. Но тогда это не такая большая проблема, при том, что здесь рынок в принципе нам нужен. Еще один. Давайте, пусть будет здесь. Проверим. Да, теперь рынки перекрывают всю жилую площадь. Проверяем. Это, по сути, 5 рынок. With one leg and a hunch. Есть, решили. Три проблемы решены, отлично. Изабелла рассказала мне хорошие новости. Не слышали? Пересуды утихли, люди счастливы. Более того, один человек, которому вы помогли, поделился с нами сведениями о судне британской вестинской компании с интересным грузом. Там чертежи пушек. О-ля-ля. На нас кто-то напал. Вы какого хера тут удумали? Ну тебе жопа, ты ж понимаешь, да? Бляха, сколько народу к нам теперь прет постоянно. Вы шо, жить перехотели или шо? Так, а ну-ка проверим барк в работе. Бляха, барк страшная вещь. А можно мне барки на постоянке строить? Я тогда пиратов буду просто из этого испепелять. Спасибо большое. Так, забирайте, я вообще вас зачем взял? Вы сплаваете сюда, заберете там все. Так, вы... Пожалуйста, молодые люди, вдвоем сплавайте сюда забрать все. И так и разберемся с делишками. Так, а где еще один этот валяется? Тактическая карта. Пока неизвестно. Потопить корабль нужно, понятно. Но у нас же нет никаких отметок вообще, да? Я вас понял. Так, челики, соберите все, что здесь видите. Так, собрали по баблу, мы получили небольшой плюсик. Сейчас мы его весь всрём на ремонт. Так, вы тоже вот это все заберите. Вроде бы как все. Вроде бы как все. А, собственно, тот самый масштабный корабль я почему-то на карте не вижу нигде. О нем пока что не сообщается. Ну ладно, мы его оставим пока что в покое. Меня смущает, что от меня требуют 500 народу. 500 народу, которые мы не заполучим. Так просто. Так, по веревке мы опять просаживаемся внезапно, я не знаю почему. По веревке у нас плюс здесь, да? Или нет? Сейчас проверим. По-моему, да. Конопля 110. Здесь минус 50. Здесь вообще мимо. А мы можем еще один по конопле здесь поставить. Причем по сбору у нас же что же, да? Проблемка, я так понимаю. Где у нас сырье? А, не, сырая конопля у нас есть. У нас с веревками сами проблема. Веревочная мастерская. Давайте тогда глянем. Раз, два, держите еще одну мастерскую. Народу хватает, народу не хватает. А почему я тут дома так криво поставил? Видимо, таков был замысел. Так, держите, народ еще пробежит. Так, появилась красная метка. Потопить кораблик вот этот, да? А тут нету... Тут есть группирование. Все, вообще. Вопрос закрыт.
Так, все группируемся. Я вас всех в одну группу огромную веду и будем ходить всех чисто давить количество. Как мрази. Стоп, это есть он, да? Он движется, погодите. Или вас несколько? Или мне именно этот барк? Скорее всего, именно этот барк надо уничтожить. Так, группируем. Давайте, выбираем группа 1. Все, есть. Погнали, уничтожайте эту мразь по пути. Хабыдыщ, ничего здесь не было, никто ничего не видел. Ничего не докажете. Так, дружочек, Барк. Тут такая история. Тебя сейчас окружат и сделают та-та-та. Кстати, у Барка скилл другой, погодите. Что у тебя за скилл? Выпускает 3 последовательных пушечных залпа, нанося 54 урона за каждый. Раз. Двас. Трис. Четырис. Он пережил это все, кстати. Он не ваншотнулся. Так, мы смогли забрать чертеж судна торговой компании, прежде чем его разорвало в щепки. Британцев они не достали, зато мы сможем запустить орудие в производство и использовать в будущих проектах верфи. Ага, это замечательно. Это на самом деле замечательно. Пока что плывем сюда. Короче, нам нужно будет поставить эти производства, начать делать новые корабли. Но нюанс остается в том, что мы экономически просели. Все еще сидим в жопе просто. Просто в саднице. По идее, мы можем просто-напросто перевести лишних бездельников на новый уровень. Например, вот здесь, кстати. Сейчас, где у нас улучшатор быстрый? 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9. По сути, вот это нас уже выведет в плюс. Тут добавляем еще... шестерочку и перекидываемся сюда, а тут некого добавлять. И наш минус по чуть-чуть начинает развеиваться с путем появления новых наемников. Мы даже очень быстро распрощались. Я не думал, что так прям полетит. И мы все еще летим вверх. Замечательно. Продолжайте тогда в том же духе. В плюс сотку вышли. Все, мы уже в принципе на плюс сотке, мы можем себя стабильно хорошо чувствовать. Хорошо, ребятки, пока сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. Мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.